Для приготовления оладий в глубокую миску поместить мягкий творог. Я использовала 0%. И крупное куриное яйцо. Тщательно взбить венчиком. Добавить подсластитель, соду и рисовую муку. Еще раз перемешать. На разогретую сковороду влить немного растительного масла и смазать силиконовой кисточкой. Выложить тесто на сковороду. На один оладушек 1 столовая ложка теста. Накрыть крышкой и готовить на минимальном огне примерно 2 минуты. Далее выложить на каждый оладушек еще немного теста и снова накрыть крышкой. Жарить еще примерно 2 минуты. Затем аккуратно перевернуть оладушки и обжарить еще пару минут. Готовые пышные оладушки выложить на тарелку и украсить по желанию. Я посыпала их сахарной пудрой и подала с ягодами. Приятного аппетита!